Привет всем! Я опять сделала наброски. Итак, сегодня речь пойдет о уход и выращивании цыплят. Но хочу сразу предостеречь всех. Мои курочки яичного направления уже не чистопородные, поэтому мой опыт может вам не подойти. Поэтому мы можем прислушаться, можем нет. То есть думаем своей головой. Итак, есть у меня две курочки, мама и дочка, которые хорошо высиживают сами цыплят. Ну, то есть они уже проверенные. Даже если я их переношу, они все равно сидят на яичках. Нет такого, что раз и сошла. Хотя одна такая у меня была. Я не стала ее вообще подсаживать. Когда цыплятки вылупляются, их по одному забираю я. Ну, чтобы сделать первый прикорм. Почему не всех сразу? Потому что, ну, мне кажется, это я сделаю тогда стресс для курочки, и как бы она просто вообще от них не отказалась. Ну, не знаю, может быть, я не права. Пишите в комментариях, потому что я ж как бы в этом деле все равно еще далеко новичок. В общем, делаю прикорм такой. Просто отвариваю яичко на мелкой терочке. И показываем, что это надо клевать, они клюют, кушают. То есть первый прикорм сделала, потом уже они делают это все время с мамой. Отношу цыпляток мама, курочки, она их принимает, нормально все. И дальше уже кормлю вместе с мамой. Вот. Благо у меня в сарае был отдел для цыплят. Когда я курочек вместе с яйцами сразу отсаживаю, как раз в этот отдел. Ну, чтобы другие куры или там петух не начали клевать или еще что-то. То есть они сразу сидят отдельно, она сидит на яичках, потом вылупляются, они там же и живут. Ну, чтобы они не сидели все время в сарае, у меня есть такая переноска собачья. Клетка, она рассчитана на овчарку, то есть это большая клетка. Вот в них я вместе с курочкой и с цыплятком переношу на травку, ну или куда-то. Вот вытаскиваю нижний отсек, и там как раз у них сеточка, они как бы пролезть не могут, а травку могут клевать, там рыться что-то, копушиться. Вот и так каждый день. Вот и это где-то проходит месяц, да, где-то месяц, вот так вот я с ними вожусь. А потом я начинаю потихонечку выпускать курочку с цыплятками. И, в принципе, уже все к ним привыкли, и никто их не трогает, никто не задирается, никто не пытается там клюнуть. Или, ну, даже если и пытаются, но они как бы не клюют, а только чисто запугивают. Нету такого расклевывания или там драки каких-то, вот как вот некоторые рассказывают, что вот прям караул, и курица там ходит, ко-ко-ко. Нет, все нормально, потому что, ну, видимо, они их видят через сетку постоянно, через клетку, и нормально принимают. И, то есть, потом цыплятки уже самостоятельно бегают, а курочка опять у меня садится на яички. Вот, и также куры старшие, которые, ну, не высиживали, они не трогают их. Кушают все вместе. Конечно, цыплятам приходится есть скорее после, чем вместе. Но, по крайней мере, их никто не долбит. Вот. Так, и кормление, да. Вот первый прикорм, когда сделала, потом кормлю тоже яичко, крошу на терочке и добавляю просто. Пока есть только это. Есть и мама, курочка и цыплятки. Вот, первые две недели я ищу водичку. Водичка, кстати, должна быть постоянно. Забыла, хотела вам показать, но уже ладно. Я думаю, многие об этом знают. АСД-2Ф добавляю. Прям две капельки в водичке. Кто-то говорит, это чушь, кто-то еще что-то. Но я не раз мне это средство меня выручало. Могу потом рассказать еще, от чего это мне лично моим животным помогало. Сейчас не об этом. В общем, эти две капельки я добавляю в водичку. Никаких других витамин, комбикормов, каких-то специальных кормов, каких-то там кормосмеси или там еще что-то специального я не добавляла. То есть с самого вот вылупления с яичка они кушают натуральную пищу. Единственная добавка у них
пару недель, это вот ASD2F. Это да. Ну, как бы на всякий случай, наверное, чтобы они не было падежа. И на самом деле, у меня вот сколько вот не высиживала курочка, все цыплятки, все выживают и все растут. И нормально развиваются. Вот. Ну, как бы все, наверное. То есть я хочу сказать то, что цыплята могут обходиться без всяких, без всякой этой, как я считаю, химии. Эти как бы корма какие-то специально разработанные, витамины, вы думаете, витамины, но я считаю, все равно это химический состав. Ну, витамины это то, что ты вот взял там помидорку, там огурчик, там, не знаю, зелень, какую-то травку, там вот, вот это витамины натуральные. А это все равно химия. Поэтому я не считаю нужным это добавлять. А вы смотрите сами. Всем спасибо. Всем пока-пока.